Стражи порядка раскрыли кражу денежных средств. Накануне в дежурную часть полиции обратился житель Наринмара, который сообщил правоохранителям о том, что из его квартиры пропала крупная сумма денег. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Обо всем по порядку расскажем в нашем следующем сюжете. Житель Наринмара попросил своего приятеля одолжить ему автомобиль буквально на 15 минут, чтобы съездить в магазин за запчастью. Но обнаружив в иномарке ключи от квартиры, 32-летний мужчина решил заехать сначала к приятелю домой. Он просто быстро заезжает, берет у меня деньги. Случайно, он у меня ни разу не был на квартире. Ну, был, то он не видел гостиную у меня. Просто зашел, случайно в шкафах порылся, нашел. Пошел быстро запчасть, пришел, купил. И для вида, что все, у меня запчасть на руках. По словам потерпевшего, молодой мужчина знал, что в тот момент в квартире никого не было. Родители были в отъезде, а сам владелец автомобиля находился на работе. Пропажу денег хозяин квартиры обнаружил только на следующий день. Весь дом пережил, нету этих денег. Но я досконально помню, что я ложил, куда я ложил. Так, на всякий случай, просто весь дом обыскал, все шкафы передвинул, нету денег. Вот, посоветовался и говорят, пиши заявление. Обратиться в полицию потерпевшему посоветовал тот самый знакомый, который накануне похитил из его дома 600 тысяч рублей. Возможно, таким образом злоумышленник хотел отвести от себя подозрения и даже попытался скрыться. Сотрудники полиции задержали его по дороге в поселок Красное. 32-летний житель города Наринмара дал признательные показания. По данному факту следственным отделом УМВД возбуждено уголовное дело. А какое наказание ему может грозить за это? За совершение указанного преступления виновному лицу может грозить лишение свободы до 6 лет. Как нам стало известно, часть денежных средств злоумышленник уже успел потратить. В настоящее время подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. За свое правонарушение ему придется ответить перед законом. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».